Сегодня, 18 октября, у семей, воспитывающих особенных деток, организации «Будущее есть» весьма радостный день. Мы отправились на встречу с мечтой. В фойе училища искусства имени Верещагина преподаватели и студенты ожидали своих гостей с большим волнением. В 2016 году программа приурочена к 175-летию всемирно известного художника Василия Васильевича Верещагина. И вот она, сказка. Деток и родителей встретили пока еще безликие и похожие друг на друга жители морских глубин. Проект «От сердца к сердцу» мы уже проводим второй год на базе училища искусств. Он создан силами преподавателей и студентов училища искусств. Само название «От сердца к сердцу» говорит само за себя. Знаете, вот можно в жизни прожить жить счастливо, да? Прожить жизнь богато, имея большие деньги. А можно вот все-таки делать добрые дела для того, чтобы... Знаете, вот делать добрые дела от всего сердца, вот просто так. И я считаю, что вот на сегодняшний день, благодаря тому, что и администрация училища, и я вот как руководитель, да, мы все-таки учим наших студентов не просто как бы вот проживать жизнь, да, а действительно вкладываться. Через несколько мгновений ребятки при помощи педагогов потрудились, и каждая рыбка заиграла яркими красками. Стала необыкновенной и не похожей ни на кого. Художники музыкального училища смогут их доработать. И уже в ноябре состоится первая выставка. Организаторы пока не раскрывают секрет, на какой площадке, в какой форме она будет проходить. Но я думаю, что обязательно мы пригласим горожан, гостей города на это мероприятие, потому что оно будет являться также интересным с концертными номерами, в том числе с номерами от наших новых друзей. Хочется воскликнуть. Золотые рыбки! Исполните желание наших деток. Пусть они отправятся в путешествие в Москву. Наши детки, они не посещают практически сады и школы, то есть они ограничены в общении. Поэтому для нас каждый выход в общество – это большой праздник. Соответственно, мы придумываем какие-то проекты и находим возможности, чтобы вывести не только деток, но и мам, потому что и мамы 24 часа в сутки находятся с этими деточками. Почему выбран океанариум? Это наша мечта – куда-нибудь поехать, поскольку финансово нас никто не поддерживает, мы сами вот таким образом собираемся заработать. Соответственно, мы решили, что пойдем этим путем, и мы в восторге от того, что сегодня получилось. Мы надеемся, что мы дальше будем сотрудничать. И у наших деток, как назвала председатель нашу организацию, есть будущее. И поэтому спасибо всем, кто помогает, спасибо всем за наши лучики добра. Мы готовы принять в нашу большую команду всех, кто хочет с нами дружить, кому мы близки по сердцу и кому мы можем доставить радость даже просто своим присутствием. Много рыбок, много желаний у ребят, много добрых и неравнодушных людей встретилось им на пути. Давайте подарим всем миром этим необычным деткам настоящую сказку.